Всем привет, ребят! Вы на канале Цепилифтер, и со мной сегодня Феликси и Руслан. Всем привет! И сегодня я буду покупать 13-ю стадию, а Феликси 5-ю Shadow Flight Simulator. Так. Изи мод. Так, я сейчас да. Отойду. Так, вон, начал. Или тот. Вот она. Купил. Вон. Ма. Подожди, ты где? Ма. Раз, два, три. Я... Ой, вообще, прикольный эффект. Ребята, у вас тоже автокликер не работает? Ну, у меня работает. А, стоп! А чё у меня? У меня что-то тоже стал резко не работать. Ладно. Так, продаём. Может, надо на тот сервер другой? Или нет? Да ладно, пофиг. Так, я вам скажу. Ой, я уже на пирамиду ветки накопила. Дай монетки. Мне нужнее. 500 квинтиллионов. Я уже солнце купила. Нет. А Руслан, а ты куда ушел? Чё-то не вижу на сервере. А, да я просто молчу. Ладно. Где ты? А, вот ты. А, нет, это не ты. А, вот ты где бегаешь. Эй, да подожди ты, блин, ладно. Так, давайте встанем. Так, кстати, так. Вы там где бегаете? Я за Русланом бегаю. А он убегает. Покупаем. Кого там бегать, я тут по на месте стою. Я уже синий метеорит купила. Нифига. Все, а сейчас уже последний предмет четвертой стадии буду покупать. Я землю купил. По один из. Молодец. Блин, проблема. Вчера я когда заходил в этот лифтинг, тут было X50 Muscle Event. Потом я когда хотел сейчас зайти, там была ошибка, я не мог зайти. Ну, я мог зайти, у меня какие-то баги. Потом я перезашел, и тут X25 Muscle Event стало. Да ну, блин. Фигня какая-то. А сколько ты в игру эту играешь? Я? 1 час. Сколько ты? Я 1 час 1 минуту играю. Если, кстати, уж в это обычном Shadow Flight, ну это изи мод, я там играл, ну, почти один день, и у меня я за это тоже время 12-я стадия, а здесь я играю 1 час, и у меня 13-я. У меня тоже там это, у меня, я тоже в этот обычный Shadow Flight играл, у меня там это, 7-я стадия. Подожди, была. А в какое тебе именно время в игре, тоже 1 час? Нет, у меня 1 час 1 минута. А у меня 1 час, у меня 1 час 1 минута и 13-я стадия, а у тебя только 5-я. А я играл, когда тут было тяжелее качаться, тут легче качаться. Я не понимаю. Все, покупаем предмет. Да. Наконец-то, вот он. Роб донатер, и тут 1000 робоксов кто-то задонатил. Зачем? Ладно. Так, топ по силам тут надо 200 квит, 100 по монетам. Сколько там? А, уйди. Что это ты? А, блин. Так. Ага, то есть, чтобы попасть 100 по монетам, тут нужна 20-я стадия, чтобы попасть в топы. Да, вообще. Довольно жирно, но ладно. Угу. Ладно, нет, я сейчас отойду, накачаю на предметы и вернусь. Чёрт, я вернулся. Покупаем предмет. Следующий 400 СП, последний предмет 12-й стадии. Ну, думаю, накачаю. Имба, изи вообще. Вы где там, блин, ходите? Я вас найти не могу. Так, окей, видите, тут. Руслан, ты где? Понятно, опять ушел. А, ой, блин. Вот, у меня сейчас быстренько придут. Так, все, я тут? Да, я тут. А вы где там ходите? Я вас найти не могу. Ну, я тут. А я сейчас до предмета, когда накачаю, закончу. Там 4-5. А ты с каким? Ты с таким огромным-огромным или ты с таким красным? Красным.
Понятно. У меня такой красный предмет. Там 4 такие 5 планеты или что-то. А эти. Так, тебя я вижу, а Руслан куда ушел? А Руслан, он это. Он на карте где-то, наверное. А, я его вижу. Ой, блин. Это статуи. Скачаю. Какая у тебя? А, сколько у тебя? А, помню. Подожди, а ты нам предмет же качаешь, да? Сколько тебе? А, вон. Ну, да. Тебе еще недолго на предмет. А я уже на последний предмет пятой стадии качаю. До следующего. Кстати, следующая стадия... А, ну 500 тут я говорю. Ну, в принципе, это правда и будет, потому что, ну... Обычно она стоит где-то 3-0. Ну, ладно. Но вот на 15-ю стадию уже будет сложно копить. На 15-ю сложно будет. А сколько тебе до предмета надо? Мне надо... А, я уже перенакопил. Все, покупаем предмет. Следующий надо 30... А это твой... А это предмет твоей стадии или не, следующей? Нет, это предмет последний, это предмет, это последний предмет 12-й стадии. А сколько надо, сколько ты получаешь? Вот. А у меня получается 22 СП, а на следующий предмет нужно 30 ОЦ. Нормально. Жирно слишком. Ну, я, кстати, знаешь, какой мало. Предмет хочу? Ну. Я хочу получить предмет Spike Cube. Ну что, он довольно прикольный, но для этого нужна 14-я стадия. Это следующая как раз таки будет. О, 15-я стадия, смотри, какой предмет там. Да, я вижу. Вот это вот Lighting Cup Bar тоже имбовый. Но больше всего мне нравится... 12-я стадия, предмет Universe Bar. Хотя нет, самый крутой предмет это, я считаю, Godly 7 класс. Это супер имбовый предмет. На 25-й стадии. Правда, долго. На 16-й стадии For Dimensions Bar крутой, кстати, ещё. А вот на 30-й стадии самый крутой предмет. 7-й Supreme Club, думаю, или 5-й. Не знаю. Ну, думаю, 5-й был прикольный. 6-й. Ладно, не знаю, ребят. Мне... Руслан, ты где? Мне самый последний нравится. Руслан, куда ты ушел, блин, опять? Я застал. Иди ко мне, это иди там, где топы, иди туда. Ты меня? Что? Непослушный мальчик. Почему нет? Или ты тут? Так ты не понимаешь. Мы заканчиваем, иди сюда, блин. Окей, сейчас спаунсек. Сейчас, я бегу. Сейчас, подождем 4 года. Ладно, ребята. Всем спасибо за просмотр. С вами был Сабелихтер, Лидикси и Руслан. Всем удачи и всем пока-пока.